Меня зовут Ляна, я студентка Ставропольского базового медицинского колледжа. Учусь на первом курсе на медицинскую сестру. А в будущем я хочу стать востребованным педиатром. Я выбрала медицинскую специальность, потому что с детства мне нравилась эта профессия, и я хотела оказывать людям помощь и поддерживать их. А родом я сама из Карачаево-Черкесской республики, из области Ракувинск. А у меня в семье нет медиков, но я хотела бы, чтобы в каждом роде или в каждой семье были люди с медицинским образованием, и поэтому я решила тоже пойти. Я выбрала профессию педиатра именно потому, что мне всегда нравилось там смотреть за детьми, ну и в общем у меня была какая-то, так скажем, особая любовь к детям. Абазинский язык я изучаю с самого детства, то есть у меня семья полностью состоит из абазинов. И чтобы не терять там наши обычаи, наш родной язык, мы в семье стараемся разговаривать на родном языке.